Всем привет, с вами Стейси, и мы продолжаем играть в Sims 4 Рождественская история. Милен только проснулась, и нас ждет вот здесь вот подарок. Мы это берем и убираем. Ой, от него все светится. Ой, такой снежочек там классный. Но снежочек классный, но в жизни я не хочу никакого снега. Ну, у нас снега на самом деле нет, у нас уже тепло, можно ходить раздетым. У вас, кстати, как погодка там? И мы хотим есть, мы сейчас будем готовить завтрак, уже, блин, 3 часа утра, у нас вообще неправильное расписание, конечно, очень. Но что поделать? Так, давайте посмотрим хотя бы, что мы можем приготовить, потому что я очень боюсь, что тут вообще ничего нет. Нет, у нас все в порядке, много чего есть. Так, ну, мне кажется, яичница прям с беконом, это супер, мы сделаем для семьи, потому что у нас несколько человек. Да, у нас что-то посуды, это многовато, я вам скажу. Нам нужно что-то другое одеть. И, например, когда душ, тогда переоденемся. Зуб почистить надо, конечно же, обязательно. Милен очень плохо спала этой ночью, потому что она размышляла над тем, что ей сказала... Блин, забыла имя Камила, блин, вообще. Вот, вы ничего не слышите. Долго думала над тем, что ей сказала Камила. И она подумала, что, может, она просто над ней издевается. Но она была все равно рада, что как бы с ребенком все хорошо. Но у нее были мысли насчет того... Разговаривать с собой замечательно. У нее были мысли насчет того, что, возможно, ее просто украл отец, и все. Но зачем? Не совсем понятно. Может, от нее избавиться, от Милен. Или у нее еще какие-то планы. В общем, это все очень непонятно и странно. Но мы не можем, к сожалению, пока ничего узнать. И будем дальше здесь находиться. Может быть, нам Камила что-то и расскажет. Ну, было бы здорово. Мы, по крайней мере, на это надеемся. Милен тоже. Ой. У нее уже готов вопрос на сегодняшний день. Я надеюсь, что Камила на него ответит. Так, в общем, мы уже доделываем. И... Нет, ну, когда делаем, еще надо приготовить на плите, чтобы все было пожаристое, зажаристое. Вот это да. Ну, на яичницу-болтунью, я не знаю, похоже или нет. Давай быстрее включу. Тут долгая песня, все, давай, бери, кушать. Потом пойдем заниматься своими делами. В принципе, я сделала не так много в этом доме. В принципе, все более-менее чисто. Я думаю, что сегодня куда-нибудь отправимся, там погуляем. Денег-то у нас как бы нет. Нет, мы нашли сколько-то, 30, по-моему, симолеонов. Но я думаю, на 30 симолеонов ничего не купить. Рассказывать себе историю, да. Это очень, конечно, тяжело. Но вполне возможно, что могут быть какие-то такие психические отклонения от ее жизни. То есть, поэтому мы не будем ее осуждать за это. Вот, хочу сегодня, может, там тоже снеговичка полепить, там сделать снежного ангела. Ну, просто отдохнуть, может быть, пойти там куда-нибудь типа на пикничок какой-то. Просто прожить день как нормальный человек, еще один день как нормальный человек, которого там не заставляют только убирать и все, и прочее, и выйти из дома нельзя, только если за продуктами, то за этим все следят. В общем, посмотрим, не знаю даже, куда нам можно отправиться. У меня сейчас мысль пришла пойти в ресторан. Ага, конечно, за 37 миллионов. Кстати, можно. Ну, блин, мне кажется, Милена ресторан. Мне кажется, Милен бы в ресторан не пошла, поэтому я не буду так это делать. Вот Камила к нам тоже присоединилась. Надеюсь, они пообщаются, потому что у нас... Да, а то у нас сама с собой разговаривает. Ей, наверное, видно, как-то скучновато, не знаю. Посмотрим, все ли у нас чисто. Я думаю, что все в доме в порядке. Ну, Камила как бы сильно не ругает, что там что-то не приготовлено. Как бы не то, что наша прежняя семья. Нет, у нас все чистенько, ничего не надо делать. Жалко, вот тут заняться нечем, здесь есть пианино. Я бы вот книги почитала, но их здесь нет, да? Нет, здесь книг, это просто какая-то полка. Ой, а что-то я что-то нажала. Зажечь камин. Конечно, устроим пожар. Вот пожара нам только и не хватало, на самом деле. Не надо ничего... Нет, она все-таки хочет зажечь камин. Я очень переживаю, ну ладно, пусть она это сделает, раз ей так хочется. Я не знаю, вот чем в этом доме можно заняться. Ага, вот, например, помыть посуду. Ну, блин, Камила сама за собой убирает, нам почти не надо ничего делать. Это можно убрать в холодильник.
Вот поставить на место. Тут у нас тоже камин. Я не знаю, я бы с удовольствием что-нибудь почитала или что-то посмотрела. Но здесь реально тупо нет ничего. Что это такое? О боже, во-первых, я испугалась этого таракана, вот этого паука. Во-вторых, это что-то очень странное. Ладно, ребят, пойдемте, в общем, примем душик, сходим в туалет и будем уже... Так, это не наша спальня. Вот сюда нам и вот сюда идем. И примем пенную ванну. Выключим мы камин, потому что что-то у меня плохое предчувствие. Ты зависла, Милен? Ясно. Такое бывает. Ой, так что ли? О, боже мой, где она? Так, она оказалась резко внизу. Думаю, ее главное спасли. Все, мы идем вот сюда и примем пенную ванну, потому что такую погоду пенную ванну принять, это супер. Блин, я так хотела бы себе ванную комнату. Почему открыты окна? Там же зима. А хотя бы ванную комнату с такими окнами. Ну, блин, это, конечно, немножко странно было бы, но мне кажется, это очень прикольно. Когда дождик, когда снег, что это такое? В ожидании открытия подарков? Почему? Почему завтра должен быть потом? У него день рождения, что ли? Что может быть? Блин, я вечно не могу ничего здесь вот найти. Нет, у нас вообще никакого дня рождения нет. Странно. В общем, сейчас помоемся, и я буду думать, куда мы отправимся, потому что, по-моему, здесь вот никаких таких интересных мест нет. Ну, вот есть парк какой-то, я туда не очень хочу. Знакомиться я уж точно ни с кем не хочу. Ну, в этом райончике мы, в принципе, гуляли. Не знаю. Может спросить у Камилы, может быть, она куда-то хочет сходить и сходить вместе. Вот, правда, есть местечко, если может что-то пожарить. Но мы есть пока не хотим, поэтому как бы смысла нет. Давайте мы у Камилы спросим, может, она хочет куда-то тоже пойти. Мы могли бы пойти вместе, чтобы было как-то повеселее. А то как-то так не очень. Чего все раздетые ходят мне? Вот и очень интересно. Им же холодно. Где Камила у нас? Во-первых, погасим костер. Что она делает? Он лепит из глины. У нас столько здесь каминов. Мы, в общем, все повыключаем и сейчас пойдем спрашивать. Да остановись, я не могу за тобой успеть. Так. Ну, вот так вот сделаем. Дом, конечно, такой жутковатый, но жить можно. Главное, чтобы никто тебя здесь не доставал. Вот эта бабочка очень странная. Давай, Милен, скорее, а то мы, блин, весь день будем ходить уже, блин, сколько времени-то стали-то мы. Это очень странно, что ты решила. Ты куда пошла? Ой! Мы не ходим в школу. Какую школу? Я думаю, куда ты? Намылилась, что так нарядилась, прям красиво. Оценки стали хуже, да, я знаю, но что поделать. В общем, скажем, не хочет ли Камила прогуляться, а то она тоже все время дома сидит, как и мы прям. И Камила скажет, ладно, пошли, я уже не выходила, я так 200, но с тобой схожу, ладно. И мы с вами пришли кататься на коньках. По-моему, Милен никогда не каталась на коньках, хотя был рядом каток. Вот, и мы приглашаем Камилу, идем кататься. Блин, если будет время, можем еще куда-то сходить. Здесь пока закрыто еще. Ага, ну ладно, давайте наймем. Не наши деньги можно тратить. Покатаемся, в общем, блин, столики на столе, это очень странно. А внутри что у нас? Шахматы. Ой, ну здесь можно... Ну, прикольно, мне нравится. Прикольненько. Обычно такой участочек, никого здесь нет, что очень здорово, здесь качели, с удовольствием я покачалась бы. О, у нас какие-то счета, давайте мы их, ну блин, не хочу сейчас ничего платить, давайте потом оплатим, если я не забуду, я забуду, точно забуду, без вариантов. Она хочет везде зажигать камин. Почему? Иди катайся. Кататься, изменить каток. Что здесь такое? Музыка, эффекты. Праздник зимы начнется. Прикольно, конечно. И что здесь цвет? А, освещение.
Ну, давайте праздничное включим освещение. Ничего не изменилось. Да что ж ты... Что ж... Хочет пылесосить? Блин, что за женщина? Она только этим и занималась, а теперь я ее как бы спасла. Она хочет все равно что-то мыть, убирать. Вообще странно. Ой, что-то мне так сегодня как-то подвисает, я не знаю. Да, здесь реально никого вообще нет. И может быть мы здесь что-нибудь купим, потому что здесь так мило. Давайте вообще посмотрим, что здесь есть. Да, я думаю, мы что-нибудь здесь прикупим, а из напитков... Ну, прикольный тоже. Может что-нибудь присмотреть. И да, мы катаемся. Кстати, вы катаетесь на коньках? Если да, то как оно вам? Понравилось ли вообще? Умеете ли? Я никогда в жизни не пробовала, но я пробовала на роликах. Это ужасно. Вот честно, это так ужасно. Что, я вообще не знаю, как люди на них катаются. Я даже ногу поднять не могла, так что мне не понравилось. Ну, нет, я думаю, если бы я научилась, было бы нормально. Но я не думаю, что это для меня. Это не мое. Не надо пылесосить. Короче, Милен, я не знаю, очень как-то не особо желает кататься. Ладно, у нас уже дело к обеду. Пойдемте что-нибудь закажем. Так. Ну, нет, мы, в принципе, немножко хотим есть. Я хочу пиццу, пепперони. И я хочу напиток. Яблочная шипучка с пряностями, чай с бергамотом, горячий шоколад. Вообще горячий шоколад бы взяла, но вот яблочная шипучка, мне кажется, поприкольнее. Мы возьмем и то, и то. А Камила, ты хочешь есть? Да, она тоже, в принципе, немножко хочет есть, но она возьмет только вот горячий шоколад. Это здорово, что здесь есть столики, а стулья где? Мне где можно присесть, поесть? На диванчике вот здесь. Все, позабирали у нас деньги. По-моему, мы потратили 10 симолеонов, у нас еще есть 20. Ну, блин, все такой классный, уютный день, почему бы нет? Да, найдет, по-моему, на диванчик. И сегодня, после обеда, я бы очень хотела пойти домой. Хотелось бы с Эйсом пообщаться, ну, если получится так. И, ну, блин, для этого нужно Камилу уговорить, чтобы она там постучала, узнал, где там кто есть, и если никого в подвале нет, чтобы туда пошел Эйс, например, или она его позвала. В общем, насчет Эйса я не знаю как, но я очень переживаю за котика, и хотелось бы, конечно, посмотреть, как он там. В общем, не знаю, что с этого получится, но хотелось бы сходить домой. Все равно Милен хоть не скучает по атмосфере, по тому отношению, как, которое к ней было, но, блин, все как бы это ее дом, поэтому... Скучает, в общем, по дому, по котику, по Эйсу, по обстановке домашней, но не по отношению. Пицца очень странная, это какой-то странный огромный омлет. Смущенное, снижение оценок, о боже мой, наша бедная покраснела, но что поделать. Камила уже все выпила горячий шоколад, ой, она сразу в туалет. Я предлагаю, она же у нас ведьма, возможно, здесь есть какие-то... Действия прикольные. Заклинание. Что это? Начальство. Гость, прислуга. Это что значит? Я понятия не имею, что это такое. Но давайте попробуем. У нас черный маг. Нам же надо на ком-то это. Типа она... Ну, блин, зайти в туалет, когда там кто-то есть. За гостя надо было закрываться. В общем, сейчас мы посмотрим, что у нас получится. У Милен там ужасный какой-то настроение. Так, нас выгнали. Заклинание начальства. Что это такое? Что это? Я не знаю. Отнять через связь. Наслать чувство одиночества, отнять радость, усилить зов природы, отнять сытость. Давайте отнимем радость, мы будем прям вот такими злыми ведьмами. Ну-ка. Это выглядит очень странно. Что с ней? Я надеюсь, что она горит. Я надеюсь, что не умрет. Но выглядит очень странно. Да, с Камилой лучше не шутить.
таким образом отнимается радость. А вот это танцевать, я вообще не знаю, что это такое. И все, мы больше, конечно, ничего не будем делать. Мне кажется, этого предостаточно. Мне уже даже жалко, но мне кажется, наказано. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Так, час дня. Через 2 часа вернется Эйс с учебы. А вот родитель на работе или нет, это вообще неизвестно. Блин, она вот пылесосит и все. Я предлагаю еще... Ну, нет, давайте посмотрим, что здесь есть рядом. Что за звук? Здесь никто не помер. Она все еще сидит, я вижу. Давайте мы вот сюда пойдем. Посмотрим на речку. Иди сюда. Не надо! Ни с кем общаться. Шахматы она решила поиграть. Иди вот сюда. Можно здесь вот так посидеть. Что это за полоса такая? И вот здесь так красиво. Да, хороший видочек, хороший день, так тепло прям. Отлично. И сейчас уже будем отправляться. Камилу, наверное, позовем тоже сюда, чтобы она к нам пришла. Так, сесть. Что ты делаешь? А, она до сих пор отнимает радость. Это, конечно, очень страшно. Я думаю, достаточно. Все, я поняла. Должно было быть это все по-другому, типа та сидела на коленях, но так как там не было места. Так, эта женщина бежит за нами, она может нас убить, боже. А, на ее этот... Прислуга, блин. Отпусти, давайте мы ее отпустим, потому что мне это не нравится. Так, Милен побежал тебе куда-то. Так, заклинание. Начальство. Отпустить. Я не знаю, что значит музыкант и прочее. Теперь Милен пошла кататься. Когда уже не надо. Когда мы уже отсюда... О, боже мой. Это жесть. Так. В общем, давайте пойдем спросим у Камилы, не пойдет ли она с нами, не поможет ли она нам. Было бы очень круто. Было бы очень круто, если бы она пошла и немножко там отвлекла. Ну-ка, она скажет, что, конечно, ей это нафиг вообще все не надо, и ты фигню какую-то придумала. Но так и быть, ладно уж, типа, если я вышла из дома, ладно, пошли. Думаю, это не займет много времени, все, мы отправляемся. Мы пришли на место, но Эйс, кстати, был на улице, но он сейчас убегает, и, блин, скорее всего, у меня ничего не вы... А нет, я смогла... Ну, я здесь, по крайней мере, никого не вижу, но стучать нам не пришлось. В общем, нам очень сильно повезло, что он был на улице. И мы сейчас бежим к нему, спросим, как у него дела. Надеюсь, мы никого не встретим, потому что будет очень-очень неприятно. Вот, мы так давно не виделись, да. Спросим про котика. Как у него вообще дела, как учеба, все ли хорошо? Он говорит, что все нормально, все в принципе так же. Сильно ничего не поменялось. А Камила пойдет. Господи, что за звуки такие? В подвале. Блин, мне же надо построить. Да что я не могу ничего сделать? Камила, иди сюда. Где? Куда мне постучать? Почему она мне крутится не в ту сторону? Вот иди постучи. Что это там? Что это такое? Что-то у меня здесь зависает. Что? Я хочу найти этого мужчину. Вот это, что ли, он? Вот такая река красивая. Здесь такой снег всегда сильный в этом районе. Это просто стиль, я не знаю. Этот, как же его звать? Юрий Николаев или как его? Певец Николаев какой-то был, есть, я не знаю. Мне кажется, что-то есть какое-то сходство. В общем, мы идем стучать. А, подождите, Милен, кстати, сейчас пойдет за ним. Или что, что-то есть, как-то быстро ушел, не знаю куда. Мне просто нужен доступ в подвал. Я, пожалуй, и пойду сюда. Не надо за ним идти. Или что-то там надумала. Побудем пока здесь, потому что нам в дом никак нельзя заходить. Блин, она так далеко. Вот это вот очень плохо. Идет вот эта мадам. Поэтому мы, я не знаю, что, куда нам деваться. Иди сюда, наверное. Сядь пока, посиди. То это как-то будет быстрее. Ну да, ну она на самом деле смотрит в другую сторону, поэтому, возможно, она ничего не видит. Камила, ты дойдешь сегодня?
Камила очень добра, что она помогает. Я очень хочу котика увидеть. Постучим, я думаю, нас пустят. Но смысл вообще не в этом. Так, все, хорошо. Теперь можно посмотреть, кто здесь есть. Где мой котик? Вот он, мой маленький! Блин, как классно. Мы пойдем сюда. Жесть будет, если кто-то сюда зайдет. Надеюсь, что сюда никто не зайдет. Так, эта мадам идет в дом. Камила, допустим, отвлекает. Остальные где, кстати? Где все остальные? На работе? Эйс здесь, а родителей, так понимаю, нет. Эйс у нас пылесосит. Не знаю, родители вообще догадались, что пропала Милена или что, или как. Милен, ты где? Ой, она уже здесь, она уже близко. Замечательно. У нас еще вход, с другой стороны, это очень здорово. Эйс ходит. Мой маленький, вот ты моя крошечка, приветик. Блин, так хочется его забрать. Но... думаю, что это не скоро произойдет, чтобы мы его забрали. Ну, больше, в принципе, гладить. И насыпем корм. У нас осталось 15 симолеонов. Так, у нас все чистенько, все хорошо, все так же. Эйс почему-то решил его в комнату не это, к себе не брать. Ну, в принципе... да. Ой, это Камила, я уже испугалась. Камила посмотрит на наши хоромы, офигеет. Да, она решила не офигевать, но просто, чтобы покачать пресс. И сейчас мы уже пойдем домой, потому что уже пора на ужин готовить. Блин, малыш, он там так рад, хочу его забрать. Ну, все, мы поиграли, встретились, и мы сейчас будем отправляться уже домой. Пойдемте выходить, дети тут сами по себе, короче, и все, мы идем домой. Нам прям повезло, потому что вот пришла мать. Вот мы дома, давайте исправлять наши потребности. Сегодня был замечательный такой денечек. Так, где моя ванна? Вот, по-моему, моя. И сюда. Ну, мыться, наверное, не буду. Руки помоем только. И уже пора на что-то готовить, потому что мы, в принципе, уже хотим есть. С досугом плохо. Ну, с досугом тут вообще очень тяжело что-то сделать. Потому что здесь реально нечем заняться. И мы сейчас пойдем что-то готовить на ужин. Так, что мы можем сделать такого интересного? Так, хлеб мертвых, да, суп, супер, пирожки с овощами, зимний торт, чипсы, яйцо. Ну, я бы, наверное, сделала... вот давайте сделаем рыбу с жареным картофелем для семьи. У нас там еще с завтрака осталась еда, ну, как бы пусть стоит, ничего страшного. Съедим, возможно. Не знаю, что делать с досугом. Можно вот порисовать здесь. Вечно такая музыка странная. Мой снеговичок стоит красивый. Ой, такой милашечка в такой косыночке. И там что-то начатое. Давайте побыстрее включим. Что у Камилы там с настроением? Что-то она какая-то странная. Очень внимательная. А, она уже решила поесть яичницу. Ладно. Что ж, еще решила? А, вымыть посуду, господи, думала, она что-то вообще тяжело, прям от души. А мы делаем вкуснятину, потому что, ну, блин, не потому что, а зря, в общем, Камила поела, потому что сейчас будет что-то очень вкусное. Она сама с собой разговаривает, ну, да. Немного странно. Совершенно чуть-чуть странно, да. Селена. Мы никогда толком не ладили, вот точно, но может мы можем стать друзьями, ну, блин, что за бред. Бред какой-то, вообще кошмар. Так. Вот такая у нас вкуснятина получилась. Все, бежим и кушать. Камила тут из глины что-то лепит, все светится. Не знаю, у Камилы, в общем, все прекрасно. Она очень внимательная. А что это такое? Женитьба. Какая женитьба? Кто ее муж? Кто этот сумасшедший? Я не знаю. Скорее всего, она его наколдовала, заколдовала, так что... да, вкуснятина, прям так аппетитно. И сейчас Милен доест побыстрее, пожалуйста, пока Камила у нас стоит, никуда не сбежала. И мы будем у нее спрашивать,
остальные вещи, которые нам интересны. Ашер Фокс. Я даже не знаю, кто Ашер. А, Ашер — это мой отец. Я даже не знаю, кто это, господи, что это вообще. Ой. Ужас. Мне это чтобы надоело, а потом спрашивают, то как-то странно. Ешь давай. Да что вы все ко мне это? Пишите что-то. Камила, сядь, пожалуйста. Пожалуйста, сядь, хочу спросить. Ладно, давайте спросим сейчас, потому что, блин, она сейчас уйдет спать или еще чего-то ее потом не найдешь. Пока мы сидим, пока она здесь. Давайте сейчас сделаю еще какие-нибудь действия, чтобы она точно никуда не сбежала от нас. Вот, все, садится, ура, а то она... Да что ж не могу с ней поговорить, а? Не хочешь с нами разговаривать, наверное? Просить деньги, замечать. Душем куда? Камилочка, пожалуйста, останься. Нет, это жесть. Дверь нас прихлопнули несколько раз. Клуб моржей достижений. Кто-то... Камил, ты вообще? Вы чё? Вы сумасшедшие? Не, я хочу это сфоткать. Это просто что-то с чем-то. Ну да, жара на улице. Почему бы не искупаться? Там всего-то минус 30. Ой, что там? Блин, хочу... Какой... Холодно тебе, да? Я думала, жарко. О-хо-хо-хо-хо. Мне кажется, ей нужно вылезти. Я не знаю, как она вообще додумалась до такого. Иди скорее в дом. Жесть. Гениально про... Да, замерзнуть до смерти. Супер. Замечательно. Все. Здравствуйте. Здравствуйте, Владислаус. Так, все, в общем, давайте быстрее спрашивать, пока тут не померла. Ой, что это делаю? Наоборот, вот сюда. Так, какие-нибудь обычные действия нам дайте. Вот типа такого. И вот типа такого. В общем, Елена скажет, что можно ли мне задать еще вопрос про себя. Да что они не могут поговорить? А в общем, ладно, не буду ничего трогать. Камила скажет, ладно, давай задавай один вопрос, то я замерзла. И мне нужно куда-то бежать, возле камина погреться. Ну, можно просто здесь рядом подойти. Тоже она пошла куда-то зажигать свой камин. Ладно, ничего не буду говорить. Все, она уже нормальная стала, не замерзшая. Что здесь происходит? Почему синий мужчина, какой-то джин, лазит в нашем огороде? Вот. И Милен скажет, у кого Лексия... Кто этот человек, с которым ей даже лучше? Это отец? Камила скажет нет, это не отец. Она скажет, что это твоя мать. И тут Милена вообще подумала, что над ней просто издевается, потому что такого быть не может никак. И она просто пойдет спать и подумает, что что-то, мне кажется, надо отсюда уходить, потому что что-то с головой у Камилы не то. Ну и вот эти всякие там ведьминские штучки, как бы для Лекси... Ой, для Милен тоже. Это все очень странно и... Ну... В общем... Короче, Лексия в шоке. Господи, Лексия, блин, Милен в шоке. И подумывает, наверное, потихоньку отсюда нужно уходить. Потому что мы же не были еще в доме бабушки. Может быть, бабушка жива, может, все хорошо. Может, Лексия там... Может быть, просто там, не знаю, дом пустой, можно там как-то жить, может, там как-то устроиться на работу, что-то... Ну, блин, главное, когда у тебя есть жилье там как-то, можно уже устроиться на работу, как-то более-менее нормально жить, просто нам даже снимать там дом не на что. А вот что с бабушкиным домом, где он, как бы неизвестно. В общем, Милен подумывает, как бы, ну, пора отсюда валить. Потому что это, конечно, все очень здорово, но это все очень-очень странно. Все, кстати, Камила тоже пошла есть. Я предлагаю ей принять пенную ванну, потому что она очень замерзла. Я боюсь, чтобы, ну, чтобы она не заболела. Зато у меня здесь фигня, типа, клуб моржей. Супер! Заболел, но в клубе моржей. Ладно. В общем, да, ребята, думаю, что этим я буду заканчивать эту серию. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал. Я с вами прощаюсь и всем пока-пока.